Раз, раз, раз. Добро пожаловать на очередной выпуск программы «Что происходит, профессор?». Приветствую, Вальтер. Привет, Мартин. Мы снова говорим о вопросах. Мы давно этого не делали. Некоторые люди думают, почему нас это не привлекает. Кстати, у нас есть постоянное служение, ответы на вопросы. И есть много вопросов, на которые есть ответы в нашей сети и через надежных, верных сотрудников, которые отвечают на вопросы постоянно. Поэтому мы действительно стараемся не отставать от этого. Но есть некоторые вопросы, которые иногда немного сбивают с толку. Да, и хорошо бы сделать это публично, чтобы люди могли получить ответ. Да, скажем так, мы не мудрецы, мы тоже можем ошибаться, потому что это большая кривая обучения. Но если у вас есть хоть немного опыта в этом деле, тогда Бог даст мудрость и ответы. Так что давайте обратимся к Нему за помощью. Ты помолишься? Да, я помолюсь. Но прежде чем мы помолимся, я, может быть, смогу немного разрекламировать кое-что. Будем надеяться, что если все получится, очень скоро мы планируем провести в серию, в которой два очень способных докладчика ответят на довольно много вопросов. Да, вопросы, а может быть, и свидетельства, и очень интересные вещи. Итак, мы пытаемся немного расширить горизонт, чтобы попытаться учесть все эти вещи, с которыми у людей действительно возникают проблемы, а также для поощрения людей. Потому что происходит, профессор, программа во многом ориентирована на представление информации, необходимой для того времени, в котором мы живем, на поддержку, а также на попытку дать публичные ответы на многие из этих вопросов. Но мы также должны оставаться ориентированными на то, где мы находимся в потоке времени. И в то же время, как следует готовиться к тому, что нас ждет впереди. Поэтому нам нужен небольшой еще один форум, где можно было бы обсудить все эти вещи, на которые у нас нет времени или места. Поэтому мы с нетерпением ждем этого. И, пожалуйста, вспоминайте обо всем этом в своих молитвах. Итак, давайте начнем с молитвы. Да, мы не можем без этого обойтись. Наш Отец Небесный, для нас большая честь работать для Тебя. Ты нужен нам больше, чем когда-либо, особенно в наше время. Итак, теперь, когда мы обсуждаем некоторые вопросы, важные вопросы, пожалуйста, просвети наш разум и помоги нам пройти через все это во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Итак, Мартин, это правда, что мы работаем для Бога, но если Он не будет работать с нами, мы совсем пропали. Так что, может быть, нам следует сказать, работать вместе с Богом. Помните наш предыдущий эпизод «Сотрудничество», да? Итак, у нас есть пара вопросов от зрителей, и они повторяются, так что давай посмотрим, сможем ли мы ответить на некоторые из них. Итак, наш первый вопрос. Могу ли я крестить сам себя? Почему только пасторы могут крестить, если великое поручение говорит, что мы все должны идти, учить и крестить? Да, я встречал много людей, которые думали, что они вполне счастливы крестить по собственному желанию. Бог — это Бог порядка, не так ли? Конечно. Если вы вернетесь в раннюю церковь, когда кто-то был специально призван для определенной цели, скажем, апостол Павел, который из преследующего стал верующим во Христа, а затем великим учителем, затем его послали, дав ему эту власть. Разве старейшины не возложили на него руки? Итак, старейшины возложили на него руки и поручили ему пойти и совершить эту великую работу.
Именно так. Возможно, мы сможем просто прояснить, что с возложением рук не происходит что-то волшебное. Это было просто благословение. Он искал Божьего благословения и продемонстрировать, что этот человек был выбран руководителем церкви для выполнения конкретной задачи. А Павел крестил, потому что в 19 главе книги Деяний апостолов нам рассказывается, что он пришел в такое-то место, там были люди, которые не слышали о крещении Святым Духом, и он почувствовал, что необходимо крестить их повторно после того, как они были крещены согласно крещению Иоанна Крестителя. И поэтому он крестил их в это новое знание, потому что именно Святой Дух свидетельствует об Иисусе. Итак, они крестились во всю эту истину, он крестил их. Так кто же крестит и почему не может крестить кто угодно? Если вы избраны Богом для выполнения определенной работы, то каким-то образом вы станете связаны с Его Церковью, верно? Именно. В рамках этой установки, когда вы будете призваны конкретным работникам, тогда вы будете уполномочены сделать это. Вы станете диаконом, и Церковь благословит вас и возложит на вас руки, и вы станете диаконом, или вы станете старейшиной, или вы станете пресвитером, или станете пастором, или вы станете рукоположенным пастором, или рукоположенным пресвитером, или рукоположенным диаконом. Итак, все это показывает, что Церковь уверена в ваших способностях, в вашей искренности в этих вопросах. А если бы всех просто крестить, куда бы мы зашли? Во что бы вы их крестили? Все ли официально признаны Церковью, достигшими определенного статуса с точки зрения вашей веры в то, что это заслуживает достаточного доверия, что вы живете в соответствии с принципами, чтобы мы могли быть включены в систему? Вот почему существует структура. Иисус и Бог установили эту структуру, да. И поэтому в рамках Церкви существуют определенные позиции. Кто же может крестить, например, в адвентистской церкви? Обычно крестит пастор, но крестить может и пресвитер, если он получил на это право. Это приложение. И человек спрашивает, могу ли я в данном конкретном случае крестить? Потому что у него есть особая связь с людьми, или по какой причине, и в большинстве случаев у церкви не будет проблем с крещением, когда будет крестить пресвитер. Но если крестит пастор, то очевидно, что вся церковь признает, что крещаемый проверен на предмет обучения всему необходимому. Таким образом, вы не можете позволить всем крестить просто потому, что вы не знаете, чему учил этот человек. Вы не знаете, что такое, какое разумение у крестящегося, и представляют ли они истину такой, какая она есть в Иисусе. Потому что Библия говорит, что вы должны научить сначала, а затем крестить. Я хочу сказать, даже та часть, где Филипп был с этим филиппийцем. Сначала он просмотрел с ним Священное Писание. Этот человек он уже изучал, а затем они приехали, и после этого он спросил его, что мешает мне креститься. Да, и так мы ответили, по сути, на вторую часть вопроса. Первая часть вопроса, могу ли я крестить себя? Итак, что означает крещение? Оно означает смерть и воскресение, воскресение в новую жизнь. Вас похоронили, и вы восстали. Кто воскрешает мертвых? Иисус. Итак, это символический акт при смерти ветхого человека и воскресения. Можем ли мы воскресить себя? Нет, только Бог может. Только Христос может воскресить. Итак, когда вы мертвы, можете ли вы стать
живым по собственной воле? Нет. Должна быть другая сущность, а именно Христос, который дает вам эту жизнь и призывает вас к жизни, новой жизни, жизни в Духе. Итак, вы не можете крестить себя, потому что вы не можете воскресить себя. Таким образом, пастор символически обозначает того, кто выводит вас из воды. Итак, когда вас хоронят, ветхий человек умирает, и вы воскрешены Христом для новой жизни. И если вы сами пойдете на крещение, Иисус, Он тоже должен был сам бы себя тогда крестить, если бы это можно было. Но Он сказал Иоанну, что ты должен исполнить все это, чтобы исполнить всякую праведность, потому что Он стал ради нас грехом. Тот, кто не имел греха, стал грехом ради нас. И поэтому Его крещение — это совершенное крещение. И поэтому, когда я последую крещение, мое крещение признается совершенным через Его совершенное крещение, а не через мое совершенное крещение, через Его совершенное ходатайство за меня. Поэтому я не могу крестить себя. Да, у меня были люди, которые пытались это сделать или действительно на самом деле крестили себя, но, конечно, это не признавалось крещением. Спасибо. Итак, наш второй вопрос. Можете ли вы помочь мне понять правильное значение 1 Коринфянам 15 глава, стих 29? Хорошо, давай прочитаем стих 29. Иначе, что делает крестящийся для мертвых? Если мертвые вообще не воскресают, то для чего же тогда крестятся для мертвых? Этот стих вызвал много путаницы в мире. На самом деле, жуткая неразбериха. Есть целые церковные органы, которые крестят за умерших и даже крестят мертвецов. Согласно этому, они верят, что они имеют власть крестить мертвых. Так, давай обратимся к первому посланию Коринфянам и посмотрим, сможем ли мы узнать, о чем идет речь, потому что нужно читать этот стих в контексте. Да, верно. Все всегда читать в контексте. Не просто просмотр Священного Писания, текста и говорить, да, это все Евангелие. Нет, вы должны читать контекст. И все, что вы читаете, не должно противоречить какой-либо другой части Священного Писания, которая очень ясна по конкретному вопросу. Например, состояние мертвых. Что происходит, когда человек умирает? Библия очень ясна в этом вопросе. Если человек мертв, он ничего не знает. Мертвые ничего не знают. Они не участвуют ни в чем, что происходит в мире. Итак, о чем же все это? Итак, если мы перейдем к 15 главе, которая довольно длинная, и я думаю, нам нужно начать с стиха 12. «Если же о Христе проповедуют, что Он воскрес из мертвых, то как же некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых?» В этом была проблема. Христос, как и фарисеи, учил, что есть смерть и есть воскресение мертвых. Саддукеи не верили в воскресение. Итак, во что же верили фарисеи? Они верили так же, как верило большинство современных христиан. Нет. А именно, что вы умираете и становитесь духовной сущностью. Теперь, Иисус ясно учил о воскресении из мертвых. Да, Он учил, но Он также продемонстрировал это, воскрешая людей из мертвых, таких, например, как Лазарь. Должно быть, это совершенно ошеломило саддукеев. Но эта философия, она очень сильно преобладает. Она настолько всепоглощающая, что люди и все языческие народы в основном верят, что когда вы умираете, вы прямо попадаете в другой мир. Или вы становитесь энергией, или вы становитесь энергией, или вы становитесь душой, а душа — это отдельная сущность. Мы поговорим об этом в другом вопросе.
Но в этом была проблема. Итак, если о Христе проповедуют, что Он воскрес из мертвых, то как же некоторые из вас говорят, что нет воскресения из мертвых? А если нет воскресения из мертвых, то и Христос не воскрес. Итак, все зависит от воскресения, потому что возмездие за грех — смерть. А смерть, по Писанию, — это состояние небытия. Вы мертвы, вы ничего не знаете, вы спите. Есть... Библия на самом деле очень ясна в этом вопросе. В ней много говорится о уснувших, верно? Те, что уснули. Таким образом, воскресение имеет решающее значение для плана спасения. Иисус говорит: «Я иду приготовить вам место, и когда я пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас себе, чтобы вы были там, где я». Только затем. И тогда произойдет воскресение. Итак, когда церкви учат этому промежуточному состоянию, тогда у вас возникает проблема, потому что это не соответствует Писанию. Так какой же смысл в том, что после смерти ты попадаешь прямо на небеса, а затем тебе приходится выйти из могилы и снова попасть в небеса? Это как-то все очень запутано. И ты собираешься воссоединиться со своей душой. В каком, что, какой это смысл имеет? По сути, он говорит, что если не будет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь Его тщетна, и вера ваша тщетна. Если Христос не воскрес, это означает, что воскресения мертвых не будет. В этом проблема. Было ложное учение. Существует ли сегодня ложное учение? Да. Так что это очень важно. Если опуститесь к 17 стиху, он говорит: «Если Христос не воскрес, то ваша вера тщетна, вы все еще во грехах ваших, потому что тогда нет спасения, вы мертвы». Вот как это работает. Затем погибнут и усопшие во Христе. Другими словами, вся ваша надежда, вся ваша вера исчезла. Просто пропала. Все напрасно. Если мы только в этой жизни надеемся на Христа, то мы самые несчастные из всех людей. Потому что тогда у вас нет никакой надежды дальше. Просто наслаждайтесь этой жизнью. Но поскольку мы верим в будущую жизнь, мы должны верить и в воскресение. Вот что он говорит. Итак, воскресение имеет решающее значение. А Христос, если Он не воскрес из мертвых, мы не те, кем мы себя выдаем, и Он не может воскресить нас. Затем мы подходим к 20 стиху, который является новым абзацем в Библии. Теперь он собирается раскрыть эту идею. Он говорит: «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших». Итак, если Христос не воскрес из мертвых, то мы с тобой погибли. Именно благодаря Его воскресению каждый может жить или имеет возможность обрести вечную жизнь. Ибо поскольку через человека пришла смерть, то через человека и воскресение мертвых, имея в виду Адама, который согрешил. Итак, как Адам, все умерли, так в Адаме все умерли, так во Христе все оживут, но каждый в своем порядке. Первенец Христов, после те, которые Христовы. Это очень ясно. Очень. Никакого воскресения до второго пришествия Христа. Итак, до пришествия Христа не существует никакой духовной сущности. Затем наступит конец, когда Он придет. Царство Богу и Отцу, когда Он свергнет всякое начальство и всякую власть и силу. И затем Он продолжает говорить и говорит, что все будет положено под Его ноги. Итак, Божество, Бог Отец, дал всю власть Сыну, весь суд отдал Сыну, и все будет положено к Его ногам. Но это не значит, что Бог Отец будет под Его ногами.
Бог утверждает, что Бог Отец дал власть, и так далее, и так далее. Но дело в том, что когда наступит воскресение, тогда народ Божий будет с ним, и он установит царство. Теперь давайте перейдем к стиху 29, который является проблемным. «Иначе что делают крещающиеся для мертвых?» Если мертвые совсем не воскресают, то для чего и крестятся для мертвых? Что же это означает, что когда он говорит, что вы крестились для мертвых? Потому что вы, конечно, не для мертвых крестились. Когда вы крестились, вы умираете для себя и воскрешаетесь со Христом. Итак, что же это значит? На самом деле это означает крещение, чтобы в конечном итоге воскреснуть из мертвых. Другими словами, поскольку вы верите, что станете частью Царства Божьего, вы воссоедините со своими братьями. Допустим, теперь у вас есть кто-то, кто вам очень дорог. Этот человек умирает. И затем вы обнаруживаете истину, что это всего лишь сон. И вы следуете за Христом. Если у вас надежда, что вы воскреснете и снова встретите этого человека, 100%. Итак, вы будете крещены, чтобы воссоединиться с умершим. Именно. Вот что это значит. Мы все восстанем вместе, чтобы воссоединиться друг с другом. Все, кто во Христе, воссоединятся. Да, из того, что мы читали ранее. Павел теперь также спрашивает, если Христос не воскрес, какой смысл им тогда даже в крещении? В этом нет никакого смысла. Нет никакого смысла. Вы ждете воскресения из мертвых, но не только вы, как он сказал там раньше, но в пришествии Христа все, кто во Христе, воскреснут. Таким образом, вы становитесь неотъемлемой частью той группы, которая будет воскрешена. Вот в чем вопрос. Итак, вы креститесь в надежде, что увидите, как Иисус придет. Если прочитать по-другому, то получается путаница, которая противоречит всему, что есть в Библии, потому что тогда мертвые уже не спят. Должны существовать реальные сущности, которые перемещаются, но Бог об этом не говорит, тогда получится, что весь спиритизм станет истиной, а не ложью. Чистилище, потому что теперь вы можете молиться за умерших, чистилище становится реальностью, если вы этого хотите, но такого нет в Библии. Но если вы решите изобрести это, вы можете использовать подобные стихи и полностью запутаться. Но Библия очень ясна. В стихе 23 сказано «каждый в своем порядке». Первенец — Христос, затем те, которые во Христе в Его пришествии. Так что до этого ничего не произойдет. Иисус, действительно, Он воскрес, чтобы вы могли креститься и чтобы воскреснуть духовно и ждать Его. Вот что это значит. Спасибо. Давайте посмотрим, что у нас еще есть. Вот еще один вопрос, Мартин. О чем все это? В интервью и в разговорах, касающих знаменитостей, фокусников и так далее, говорилось следующее, что они продались или продали душу дьяволу. Я пытаюсь согласовать это утверждение с Бытие, 2 глава, стих 7. В Бытие 2.7 говорится, «И Господь Бог создал человека из праха земного и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Так можно ли купить или продать душу, если Бог есть тот, кто вкладывает дыхание человека, так что он становится живой душой, или это неправильное употребление термина «душа»? И как объяснить, когда кто-то выходит в астрал?
В этом опыте часть человеческого существа отделяется от физического тела. Во-первых, почему вообще возникают такие вопросы? Потому что мир настолько сбит с толку относительно состояния мертвых, что они смешивают ложь с истиной, и в этом нет чьей-либо вины. Вот таким, как и ты вырос. Библия ясно описывает состояние мертвых. Я не думаю, что нам нужно проводить большое исследование, но дело в том, что вы живое существо, потому что этот человек правильно говорит здесь, что этот стих противоречит всему, что говорят эти люди. Господь Бог образовал человека из праха земного и дунул в его ноздри дыхание жизни, и человек стал живой душой. Он не получил живую душу. Это очень важно. Он стал живой душой. Мы говорим, что очень много душ крестилось. Столько-то душ погибло. Это не дух, это не отдельная сущность. Человек — это сущность. Это дыхание жизни, руах, дух, как его часто переводят. Это обмен веществ, тот факт, что вы дышите, вы живое существо. Вы не являетесь просто оболочка для живого существа. Именно об этом говорится в стихе. И именно... Итак, когда вы продали себя дьяволу, вы продали всю свою жизнь дьяволу, ваше когнитивное мышление, все. Вы сказали, что принадлежите ему. По сути, вы вынесли себе смертный приговор ради временной, короткой жизни в богатстве и роскоши. Возможно, это может объяснить мои слова ранее. Вы можете наслаждаться жизнью. Это наслаждение с точки зрения мирского понятия. Но у вас не будет будущего стремления к лучшей жизни. Думаю, мы показали несколько видеороликов некоторых мегазвезд, где они признаются, что продали душу ради временной выгоды. И это очень печальное положение вещей. Потому что продать свою вечную жизнь ради чего-то временного — это ужасно. Исав сделал это. Исав продал свое первородство. Право первородства относится не только к временному наследованию, это относится ко всей будущей жизни, к вечной жизни, вечное наследство. Вы имеете право по рождению быть частью Царства Божьего. Все, что вам нужно сделать, это выполнить условия. Но люди не хотят выполнять условия. И он продал свое первородство за чечевиную похлебку. То же самое с этими звездами. Они продаются. Итак, они еще, чтобы еще раз прояснить ситуацию, они не продали свой дух, они продали всю свою жизнь. Другими словами, если у них было правильное понимание, они бы осознавали, что у них нет вечной жизни. И они будут такими, как будто их никогда не было. Вот что такое. Итак, можно ли душу купить или продать? Да, вы можете продать свое будущее наследство, вечную жизнь дьяволу. И тогда вам вместе с ним предстоит вечная смерть, потому что это и его доля. Итак, это действительно неправильное использование терминологии «душа». И вопрос продолжается. Как объяснить, что когда кто-то выходит в астрал, какая часть человеческого существа отделяется от физического тела в этом опыте? Думаю, я имею право говорить об этом, потому что до того, как я стал христианином, я действительно практиковал астральную проекцию. Некоторым людям это кажется очень странным. Есть определенные методы, которые вы можете использовать для этого астрального проекта. И один из них — создать дефицит кислорода. Вы перестаете дышать. И в конце концов вы входите
в ипостась, а затем отделяйтесь от своего тела. На самом деле, это реальность или это гипнотическая мысль или гипнотический паттерн, введенный в вашу систему? Я думаю, что я помню, как стоял рядом со своим телом, смотрел на свое тело, а затем отчаянно пытался вернуться в свое тело, подпрыгивал и дергался, так что я падаю прямо с кровати, лежу на полу. И тут просыпаюсь. У меня был опыт, который был потрясающим. Я мог проходить сквозь стены, я мог делать все это, я мог путешествовать на другие планеты, к другим существам. И всегда было ощущение парения, движения в воздухе. И вы всегда связаны со своим телом, тем, что называют серебряным шнуром. Итак, это реальный опыт или это был гипнотический имплант? Ответ, что это происходит из-за нехватки кислорода в мозгу. И эта нехватка кислорода отключает вашу лобную долю и способность рассуждать. А затем что-то берет вверх и запечатлевает в вашем сознании этот опыт. Так что в этом есть и духовная сторона. Духовная сторона есть, и она демоническая. И этого мы еще не коснулись. Важно осознать, что мертвые спят, но существует духовный мир. Существует духовный мир, который берет вверх и внедряет идеи и мысли в ваш разум. Может ли Бог дать вам видение? Да. И затем весь этот сценарий предстает при вами, и вы воспринимаете его как реальность. Но на самом деле вы все еще здесь, на этой земле. И когда вы возвращаетесь после этого опыта, когда вы читаете то, что писали пророки, тогда вы возвращаетесь в очень депрессивное состояние. Итак, это эйфорическое состояние можно вызвать. Бог может это сделать? И может ли это сделать демон? Да, это может дать вам, он может дать вам ложное видение, ложный опыт. И они имплантируют это в ваш ум. И когда вы очнетесь от этих обстоятельств, вы можете рассказать о них так, как если бы они действительно произошли, но они не были реальными. Они были внедрены в ваш разум. Итак, никогда не бывает с душой, потому что она не существует как отдельная сущность, отдельно. То же самое с околосмертным опытом. У вас есть опыт прохождения через световые туннели, и все они очень похожи. Почему? Потому что у дьявола есть очень похожая доктрина, которую он хочет внедрить в умы людей. И это очень важно понимать. Вот почему общественность пытается выяснить, правда это или нет. Библия говорит, что это неправда. И если вы проходите через эти опыты, вы должны проверить его согласно слову. Видите ли, это важно, потому что, если вы помните, несколько лет назад были такие христиане, которые имели какие-то видения, а затем, в конце концов, ангелы приказали им убивать определенных людей. И тогда вы должны знать, что это, опять-таки, нужно проверять к закону и свидетельству. «Всякого духа испытывайте», говорит Библия. Именно. Так что это очень-очень опасная игра, и я боюсь, что это происходит на многих уровнях и будет усиливаться. Это один из последних обманов, который грядет. Теперь посмотрим, сколько людей в мире совершают массовые убийства, потому что какая-то сущность сказала им, что они должны это сделать. Мы читаем об этом снова и снова в новостях, и чем больше людей будут отдаваться бесовскому влиянию, тем больше это будет происходить в мире. Поэтому мы можем ожидать многих-многих проявлений, мы можем ожидать многих опытов. Нас могут ожидать настоящие встречи с духовными сущностями.
Но мы должны знать, что мертвые ничего не знают. Мертвые спят. Поэтому, когда такие вещи происходят, мы должны понимать, что это демонические вещи. Итак, когда какой-либо родственник, ваш умерший родственник, явится вам и скажет вам что-нибудь, вы должны знать. Библия говорит, мертвые ничего не знают. Правильно. Если у вас есть опыт видения, который называют астральной проекцией, то вы должны знать, что это демоническая ситуация. Само видение, имплант вживляется, а средство, а среда, в которой это происходит, наводится на вас, соответственно, демоническим силам. Так что будьте очень осторожны. Посмотрим, что у нас еще у нас есть. У меня вопрос относительно 40 главы пророка Иезекииля. Насколько я понимаю, в этой главе описывается новый храм в Новом Иерусалиме в последние времена. И это также служит буквальным описанием того, как израильтяне должны построить буквальный храм. Меня сбивают с толку стихи с 38 по 43, где говорится о жертвах и приготовлении жертв. Мой вопрос. Почему там говорится о жертвоприношениях и приготовлении жертвоприношений, когда в Новом Иерусалиме, в Новом Храме не будет ни жертвоприношений, ни смерти? Итак, Иезекииль, 40 глава. Есть история. Нам не нужно проходить ее целиком. Но, по сути, Иезекиилю дается видение. И помнишь, Иезекииль был одним из изгнанников. Он был среди тех, кто был в изгнании. Значит, именно он должен был ободрять ссыльных. Поэтому он был с ними в Вавилоне, да. Иерусалим был разрушен, храм был разрушен. И теперь он видит храм. Ангел измеряет храм. У него есть мерная линейка. И он точно его измеряет. И описано, что эта измеряющая сущность очень яркая. Она подобна золоту и меди. Итак, храм измеряется. Мы должны понять, что речь идет не обязательно об измеряемом храме на небесах. Измерение храма — это своего рода измерение людей, составляющих храм. Потому что есть духовный аспект, и вам нужно измерить его. Итак, на этом этапе, когда происходит это видение, Иерусалим был разрушен. Итак, здесь было два аспекта, чтобы объяснить причину, по которой он был уничтожен. Они никогда не соответствовали требованиям. Но это также было дано в качестве поощрения к его восстановлению. Таким образом, вы можете использовать данные, чтобы сказать, что именно так их следует перестроить, потому что они дают очень точные измерения. И это также говорит о том, что вы должны прийти в себя, чтобы это не повторилось. Теперь мы знаем, что храм был перестроен и снова разрушен в 70-м году нашей эры, и что он никогда не будет восстановлен, потому что он был тип духовного храма, состоящего из живых камней, которые необходимо было встроить в него. Итак, Мартин, ты должен соответствовать, да. И я должен соответствовать. Если я хочу, чтобы меня оттесали в каменоломне жизни, меня нужно обтесывать и обтесывать так, чтобы ни один молоток не использовался, когда меня встроят в храм. И поэтому они должны быть правильны. Это проекция на будущее состояние. Итак, это очень символическое видение, и оно очень сбивает с толку, когда вы читаете его буквально и задаете себе вопрос, почему были жертвы. На том этапе Христос еще не умер. Это все были тени будущего. Значит, в будущем храме будут жертвоприношения. Вот о чем все это. Таким образом, жертвы не имеют отношения к тому, что происходило на небесах. Здесь говорилось о том, что должно было произойти, и о том, как вы можете присвоить себе эту совершенную жертву, чтобы она стала вашей.
И поэтому во многих стихах говорится о том, как именно выглядели столы, как нужно было готовить эти жертвы. Другими словами, будьте очень дотошны в своей вере и поймите типологию того, что она означает, и как все это включить в свою жизнь. А затем, после этого, когда пришел Христос, вступает в силу духовная сторона, верно? Поэтому будьте очень осторожны, чтобы не делать эти вещи буквальными. Посмотрим, какой следующий вопрос. В книге пророка Иеремии, 35 глава, стих 2, человек спрашивает, не могли бы вы рассказать историю о реховитах? Почему им было велено пить вино в Доме Божьем? Хорошо, если вы обратитесь к книге пророка Иеремии, 35 глава, давай возьмем Библию. Давай сначала поговорим о реховитах в целом. Мартин, если мы перейдем к 35 главе, там рассказывается, что там должно было произойти с реховитами или что Иеремия должен был сделать с реховитами. Они были кенитами, они были родственники семьи Моисея, мадиянитян, и они дали обет не пить вина. И они не пили вино, потому что получили это наставление от своего праотца. И они пообещали никогда этого не делать. Итак, вы приходите к 35 главе, где говорится о слове, которое пришло к Иеремии от Господа в дни сына Иосии, царя Иудеи. Вопрос. Иеремия, жил ли он во время великой верности Израиля или во время великого отступничества Израиля? Было очень великое отступничество. Он жил во время великого отступничества в очень трудное время. Да, ему пришлось нелегко. И он получает странные наставления или странные инструкции. Они часто даются в Библии, да, особенно Иеремии. Да, ему приходилось делать какие-то очень странные вещи. Например, набедренная повязка, затем идти и выкопать ее. И Господь сказал надеть ее. И это отношение Бог пытается изобразить очень и очень живописно. Он говорит, что мои отношения с тобой такие же интимные, как если бы ты был моей набедренной повязкой. Не может быть ничего более близкого, чем это. Но вы отступники. Иеремия говорит, я не буду этого делать. Господь пытается сказать ему, или пытается сказать людям, вы ожидаете, что я приму вас обратно? Я постоянно принимаю вас обратно. На самом деле, это была разыгранная притча. Я помню, что мы делали программу на эту тему. И в жизни Иезекииля были притчи. Ему сказали испечить от странных хлеб с испражнениями, который он должен был использовать. Так что в любой из этих вещей есть очень глубокие уроки. Итак, вот группа людей, которая дала обет, и они очень тщательно соблюдали этот обет. И они были очень похожи на тех, кого бы мы могли назвать назарянином, как Иоанн Креститель, потому что также им также не полагалось пить вино. И Иисус сказал, я не буду принимать плода виноградной лозы, пока не воссоединюсь с ними. Итак, сам Иисус сейчас находится под таким обетом. Теперь перейдем к истории. Иеремия, перед лицом этого полностью отступившего Израиля, получил наставление и слово, которое пришло к Иеремии. Это первый стих. Слово, которое было к Иеремии от Господа в дни Иакима, сына Иосии, царя Иудейского. «Иди в дом реховитов и поговори с ними, и приведи их в дом Господень, в одну из комнат, и дай им пить вина». Это притча. Это очень-очень интересно. «Я взял Иазанию, сына Иеремии, сына Авиацинии и братьев его, и всех сыновей его, и весь дом реховитов».
и привел их в дом Господень, в комнату сынов Анана, сына Гадолии, человека Божия, которая подле комнаты князей и так далее, и тому подобное. И затем он переходит к пятому стиху. «И поставил пред сынами дома Рехавитов полные чаши вина и стаканы, и сказал им, пейте вино». Как ты думаешь, что бы они сказали? Были ли они удивлены? Конечно. Они бы сказали, что ты делаешь, верно? Итак, следующий стих. Мне всегда нравится это слово в Библии. Это слово, оно очень информативно. Но они сказали, мы вина не пьем, потому что Ленадав, сын Рехава, отец наш, дал нам заповедь, сказав, не пейте вина, ни вы, ни дети ваши вовеки. И он дает весь этот ритуал того, чего им не следует делать, и как они будут хранить верность. И в 8 стихе говорится, «И мы послушались голоса Ленадава, сына Рехавова, отца нашего, во всем, что он завещал нам, чтобы не пить вина во все дни наши, мы и жены наши, сыновья наши, дочери наши. Мы не будем этого делать». Разве это не красивая разыгранная притча? Итак, он говорит, «Ладно, скажи им, чтобы они выпили». Они говорят, «Мы не будем». «В прошлом вы обещали мне, что будете верны завету». Верен ли ты завету, Израиль? Посмотрите на этих людей. Итак, он этого не делает. Теперь, посмотрите на этих людей. Я им здесь говорю, Господь говорит, чтобы они выпили. Они говорят, нет. А что, если кто-то придет тебе и скажет тебе нибудь что-нибудь подобное? Ты сможешь это сделать? Если кто-то придет и скажет, Господь сказал, что вы можете нарушать субботу. Иисус нарушал ее. Так что ты тоже можешь это делать. А насчет пророка, который сказал, нет. Ты можешь развернуться, поесть с этим человеком. Разве человек не умер? Господь не меняет своего слова. Он пошел и спросил, Господь, действительно ли ты послал этого человека сказать мне, что я могу вернуться? Нет. Он не поверил ему на слово. Он сказал, я тоже пророк. О, мы такие пророки. Так что это был пример для Израиля. Послушайте, почему бы вам не вести себя так, как эти люди? По сей день они верны завету, который заключили с человеком, своим отцом. Насколько больше вы должны быть верны своему небесному отцу, когда дали ему обетование? И они не согласились с этим словом, которое вышло из уст Иеремии. Это была демонстрация стойкости. Это прекрасно. И пусть мы тоже будем такими верными. Да, пусть наше обещание Богу не будет нарушено из-за того, что кто-то скажет, что оно больше не является обязательным. Аминь. И, возможно, можно просто вставить это туда. Так будет в будущем. Много попыток, многие попытки, и даже сущности, которые скажут, даже когда сам сатана уже представит себя ангелом света, будут говорить, я же говорил вам, этот закон уже не важен. Хорошо, следующий вопрос. Мой вопрос. Даже если вы полностью владеете землей, как вы будете платить муниципальную ставку за землю, если нельзя купить или продать? Ну, у меня та же проблема, Мартин. Так что это мой вопрос также. Ответ, вы не сможете. В итоге они либо настолько заняты, что не доходят до вас, либо выгонят вас. Должен помочь Господь. Если они это сделают, то это уже проблема Бога. Так что же делать в этом случае? Вы должны платить по тарифам и оплачивать все эти расходы. А теперь они закрыли ваш банковский счет, и вы больше не можете этого делать. Они говорят, мы тебя выгоним. Я знаю людей, у которых были подобные проблемы, и Господь позаботился о них. И если по Его воле вы больше там не живете, вам нужно просто иметь веру, чтобы довериться Ему, что Он позаботится о вас где-то в другом месте.
Он позаботится об этом. Итак, суть в том, чтобы всегда делать то, что вы можете, а последствия ставить Богу. Так что бесполезно сидеть и говорить: «О, в любом случае это не сработает». Нет, вы должны делать то, что вы можете. Вам приходится придерживаться того, что правильно, а последствия оставьте Богу. Поэтому я не собираюсь идти на компромисс, чтобы иметь возможность остаться. Если меня выгонят, ну то это временно. Господь пошел приготовить что-то лучшее, чем это временное. Хорошо, продолжим. Пожалуйста, помогите мне понять этот стих. И 2 Паралипоменон, 13 глава, 15 стих. Мы сейчас осмотрим. Из вашей программы я узнал слово «тип» и «антитип». Если этого стиха антипрообраз, 2 Паралипоменон, 15 глава, стих 13. «А всякий, кто не стал искать Господа Бога Израилева, должен умереть. Малый ли он, или большой, мужчина ли, или женщина?» Здесь произошло то, что пророк пришел ободрить Осию. И снова Израиль оказался в глубокой-глубокой беде. Но они покаялись. Они покаялись и полностью посвятили себя Господу. И они снова избавились от всех своих идолов, убрали дома. Они периодически это делали. Итак, в этой ситуации они убрали дом и сказали, что всякий, кто не будет искать Господа Бога Израилева, должен быть предан смерти, будь то малый или великий, мужчина или женщина. Все на борту. Давай применим это к сценарию конца времени. Допустим, мы знаем, что конец приближается, потому что было введено законодательство, которое аннулирует Слово Божие и закон Божий. Тогда каждый, кто это увидит, знает, что настал час Христа, и вам нужно принять решение. Ты либо с Богом, либо против Бога, верно? Но все, кто с Богом, придерживайтесь того, во что вы верите, и вы столкнетесь с гневом дьявола. Он будет угрожать вам, он будет угрожать отобрать ваш дом, он скажет, что вы не заплатили все налоги, он будет преследовать вас настолько далеко, насколько сможет. Но у вас есть обетование, что Бог позаботится о вас. И вы встанете и будете стоять с Богом. Не все это делают. Некоторые говорят: «Нет, мне это не подходит». Что тогда произойдет с этими людьми в конечном итоге? Они умрут. Умрут. Просто умрут. Потому что когда придет Господь, и вы примете решение скорее принять начертание зверя, чем страдать на стороне князя Эммануила, то вы умрете. Итак, вот великий прообраз. Всякий, кто не будет искать Господа Бога Израилева, должен быть предан смерти, малый или великий, мужчина или женщина. В конце концов, это будет следствие. Это была типология. Это почти как разыгранная притча, потому что еще одна вещь, о которой я только что подумал, когда мы говорили об этом. Нужно быть верным как в большом, так и в малом. Потому что, когда что-то встает на вашем пути, как мы говорили на прошлой неделе, например, белая ложь, ну, это такая маленькая вещь, но это также может удержать вас от того места, где вы должны быть. Да, вы должны быть полностью посвящены. И если вы не находитесь в последних днях, то последствия будут смерть. И Библия говорит: зачем вам умирать, дом Израилев? Выберите жизнь. Выберите жизнь. Результат в конечном итоге будет таким же, как и здесь. Многие из этих вопросов на самом деле связаны между собой. Вам нужно понять типологические аспекты и компоненты последнего времени, эсхатологические аспекты. В противном случае это не имеет никакого смысла, особенно, как вы упомянули, Ветхий Завет. Потому что Ветхий Завет всегда предназначен для затенения или во многом представляет собой притчу, или, как вы здесь упомянули, особенно ее можно применить при этих, скажем так, суждениях.
Это форма суда, форма суда. Вот что произойдет. Будут последствия, верно? Следующий вопрос. Этот человек процитировал из Второзакония 14:21. «Не ешь никакой мертвечины, иноземцу, который случится в жилищах твоих, отдай ее. Он пусть ест ее или продай ему, ибо ты народ святой у Господа Бога твоего. Не вари козленка в молоке матери его». Итак, вопрос, Мартин. Почему израильтянам разрешалось давать чужеземцам то, что им не разрешалось есть самим? Это интересный вопрос. Итак, им не разрешалось есть ничего, что не было убито в соответствии со стандартами, данными им Богом. Некоторые животные умирали, например, когда другое животное их забодало. Допустим, подрались два быка, и один погиб. Его забивали не в соответствии с библейскими принципами. Кровь не слили и так далее, и тому подобное. И была потеря. Или это было нечистое животное. Им не разрешалось это есть. Итак, что же на самом деле было правильным? Правильнее было бы не передавать это дальше. Это правильно. Так правильно ли было поступать, например, в Самарии, где разводили свиней? Они их выращивали и продавали, верно? Язычникам. И они, наверное, говорили, ну, мы же их не едим, мы просто продаем их язычникам, мы просто зарабатываем здесь доллар или два. Что в этом плохого? Так что это практика, которую человечество применяло всегда. Допустим, например, вы понимаете, что некоторые вещи нечисты. Допустим, некоторые морские обитатели, раки или что-то в этом роде нечисты. Есть целая индустрия раков. Или у вас есть винный магазин. И именно там вы зарабатываете деньги. И Библия говорит, горе тем, кто поит своих ближних, чтобы напоить их и так далее. Итак, есть проблема. Как только вы примените истину, вам, по сути, следует отказаться от этих вещей. Но мир — это реальность, и они делали такие вещи. Теперь Бог понял, что они делали это и как они делали, и разрешил определенные вещи. Например, Он говорит, вы можете продать это животное, но сами не можете есть его. Было бы лучше, если бы вы объяснили этому человеку, почему вы не едите, а они могут это есть. Точно, потому что это была цель, которая была дана, учить других. Да, ты должен был быть хорошим учителем. Но у них ничего не получалось. Они разводились со своими женами, давая им лист бумаги с нацарапанной пометкой о том, почему он ее оставляет. Иисус сказал, Моисей допустил это. Но Иисус сказал, что вначале не было так. Так что вначале вы даже не стали бы ничего из этого есть. Если вообще вернуться к тому, какой должна была бы быть диета, никто бы не ел этого. Итак, Бог осознавал последствия греха и его широкое применение. И им были разрешены определенные вещи, которые сами по себе они неправильны. Из-за жестокости их сердец. Это одна из тех проблем. Сегодня, если фермер, например, застрелит животное, являющееся вредителем, и сам не ест такое мясо, но его рабочие едят, или другие народы едят его, и наслаждаются им, это всего лишь часть сегодняшнего мира. В мире есть народы, которые едят собак. Ты съел бы собаку? Нет. Но есть народы, которые едят. Ну, к сожалению, это реальность. Итак, в Африке это очень распространенное явление. Животные умирают из-за чего-то.
например, из-за драки с другими животными или чего-то еще, и люди будут есть это. Но Библия говорит, что это есть нельзя. Вот где нужно провести черту. На самом деле, будет лучше вернуться к диете Эдема и научить этому кого-нибудь еще, да. И практикуйте то, что проповедуете. И не ждите, что другие нарушат то, что вы считаете правильным. Это был бы самый лучший путь. Спасибо. Давайте перейдем к другому вопросу. Пожалуйста, помогите мне примирить очевидные противоречия в том, что говорит Эллен Уайт о принесении развешенских елок в церковь в следующих стихах. Иеремия, 10 глава, стихи с 1 по 5, и Второзаконие, 12 глава, стих 30. В частности, стих из Второзакония не подразумевает принесение дерева в церковь во время Рождества. Хорошо. Давай прочитаем. Сначала обратимся к Второзаконию, потому что этот человек говорит особенно о Второзаконии. «Так оберегитесь, чтобы ты не попал в ловушку, последуя им, по истреблении их от лица твоего, и не искал богов их, говоря, как служили народы сии богам своим, так буду и я делать». Осторожно, не делайте этого. Хорошо. Давай перейдем к Иеремии, 10 глава, и стихи. С 1 по 5. «Слушайте слово, которое Господь говорит вам, дом Израилев. Так говорит Господь, не учитесь путям язычников и не страшитесь знамений небесных, которых язычники страшатся. Ибо уставы народов пустота. Вырубают дерево в лесу, обделывают его руками плотника при помощи топора, покрывают серебром и золотом, прикрепляют гвоздями и молотом, чтобы не шаталось. Они, как обточенный столб, и не говорят, их носят, потому что ходить не могут. Не бойтесь их, ибо они не могут причинить зла, но и добра делать не в силах». В стихах Иеремии говорится о изготовлении идола из дерева. Это совсем другой смысл. Второзаконие говорит, не следуйте за окружающими народами. Христианство привыкло к празднованию Рождества. Это стало ритуалом в христианстве. Так что в христианской сфере это было частью традиции. А от традиции очень трудно избавиться. А также есть эти утверждения в духе пророчества, где говорится, что вы можете принести дерево в церковь. Трудно совместить это с осознанием того, что Рождество — языческий праздник. Давай начнем с очень простой предпосылки, Мартин. Признавала ли Эллен Уайт тот факт, что Рождество праздновалось неправильно? Да. Да, признавала. Есть множество заявлений, в которых она говорит, что Христос не родился 25 числа. И есть много утверждений, в которых говорится, что мы не можем этого делать, хотя остальные люди это делают. Вы сказали, что можно принести туда дерево, но затем она уточняет это, говорит, есть ли что-то плохое в том, чтобы принести растения в церковь? Разве мы не приносим цветы в церковь? Есть ли что-то плохое в том, чтобы принести цветы в церковь? Нет. А что, если бы ты принес в церковь розы? Ведь Бог создал розы.
Но говорят, что роза посвящена Люциферу. Почему вы хотите принести розу в церковь? Поскольку Бог создал розу, тот факт, что сатана украл ее для своих целей, не делает ее принадлежащей ему ни в каком виде. Итак, если я хочу принести розу в церковь, игнорируя его претензии на розу, тогда это нормально, верно? Итак, если бы я захотел принести лист папоротника, чтобы дополнить мою розу, было ли бы это проблемой? Нет. Итак, на самом деле нет проблем с размещением в церкви любого растения. Рождественская елка обычно забита подарками, чтобы кого-нибудь порадовать. Ну, чтобы доставить удовольствие человеку. Итак, вы все взволнованы, потому что собираетесь осыпать подарками себя или осыпать подарками кого-то еще. Итак, в этом сценарии Эллен Уайт говорит, делайте наоборот. Если ты приносишь жертву, принеси ее бедным, а не для того, чтобы угостить себя. По сути, она говорит, что бы они ни делали, делайте это по-другому. Делайте это противоположным образом. Это была христианская среда. Вот как все это началось. Да, это была христианская среда, как вы сказали. Это очень глубоко закрепилось в ее время. Интересно, что до нее, когда прибыли поселенцы, был момент, когда они фактически запретили Рождество как языческий праздник. Но это было утеряно, и Рождество снова было включено и стало неотъемлемой частью этого опыта. Итак, Эллен Уайт говорит, да, вы можете принести дерево, потому что нет ничего плохого в том, чтобы дерево было нагружено дарами Богу и служило бедным людям, но не для того, чтобы доставить себе удовольствие. Делайте это по-другому. Так само Рождество. Что это такое? Языческий праздник, да? Да. Но оно стало христианской традицией, верно? Дата была неправильная. Все было неправильно. Позволь мне задать еще один вопрос. Прогрессивные ли знания? Да. Итак, дух пророчества совершенно ясен, что 25 число — это день рождения Христа. И когда с годами стало яснее, что существует серьезный языческий подтекст, многие люди осознали тот факт, что Рождество на самом деле не было христианским событием. Верно? Разве неправильно говорить об Иисусе и о Его рождении в любой день года? В сборнике гимнов также есть гимны, подтверждающие рождение Христа. Так разве вам не разрешено спеть гимн, признающий рождение Христа? Вы можете. Можно ли это сделать в любое время года? Да. Хорошо. Но, скажем, сейчас, например, становится очень ясно, и многие люди начинают понимать, информация становится доступной, что Рождество действительно является языческим праздником. И поэтому уже не так обидно говорить, давайте вообще не будем праздновать. Согласны ли ты, что это может дойти до этой точки? Да. Я нахожусь на этом этапе. Я понимаю контекст того, что здесь происходит. Вы должны дистанцироваться от того, как это делает мир. Но когда мир осознает тот факт, что нет причины праздновать Рождество в этот конкретный день, тогда сделайте еще один шаг и скажите, я дистанцируюсь от него, и поэтому я вообще не праздную Рождество. И тогда вы также сможете использовать его, чтобы достучаться до других людей и довести их до истины, чтобы привести их к истине. Итак, вопрос в том, чтобы принять во внимание обстоятельства твоего времени, когда это было написано. Реформа здоровья. Была ли она прогрессивна? Определенно. Церковь началась без вести о здоровье. Затем была представлена весть о здоровье. Это было очень тяжело, чтобы эта весть достигла. И, к счастью, все это приняли и полностью были довольны. Нет, но по сей день трудно передать ту же весть. То же касается Рождества. Спасибо. Это подводит нас к другому моменту, Мартин. Когда вы отмечали любой из этих праздников или что-то в этом роде, принято делать то, что делает мир. Например, принести свечи в церковь, зажечь свечи, все такое, как и во многих религиозных системах,
зажжению свеч придается большое значение. В истинном христианстве ничего из этого не требуется. Истинное христианство основано на отношениях с Иисусом Христом. Знаешь, когда реформаторы начали проповедовать истину, тогда римская церковь, особенно во времена, тоже начала. Они запретили им принимать участие в каких-либо ритуалах. Они думали, что, избавившись от всех обрядов церкви, они разрушат службы. Но на самом деле они стали еще глубже, потому что концентрировались на слове, а не на окружающих его атрибутах. Потому что некоторым атрибутам уделяется больше внимания, чем, собственно, значению того, что... Давай вернемся к Рождеству. Если так называемый день Рождества, который не является днем Рождества, вы произносите проповедь о рождении Христа, но обращаете внимание или отвлекаете ум на тот факт, что Христу уже не повинуется, а есть великий первосвященник, который скоро собирается вступить в священническую мантию, облечься в свою царскую мантию и вернуться на эту землю. Не было бы это средством отвлечь внимание от нынешней реальности? Именно, как вы только что сказали, в то время или особенно в тот день, приведите людей ко второму пришествию Христа, а не к рождению. Дьявол будет очень доволен, если вы сосредоточитесь на младенце в яслях, а не на царе царей и Господе господствующих, что он придет, чтобы взять свой народ. Я с нетерпением жду этого. Давай закончим молитвой. Наш Отец Небесный, существует очень много всего, очень много проблем и очень много крючков, на которые можно повесить свои сомнения. Пусть наши умы не отвлекаются на все эти вещи. Позволь нам сосредоточиться на том, что является истиной для настоящего времени, и представить людям ее в силе Святого Духа. Это моя молитва во имя Иисуса. Аминь. Аминь.